Всем привет! С вами Бури и Суслик. И сегодня будем с вами проходить игру Quick Draw. Получается, это рисовашка такая, да? У нас включен Google переводчик, и поэтому мы иногда будем приходить на него, переводить слова, которые нам дают. Иногда они будут непонятными, а Суслик начинает рисовать. Давайте, let's draw. Давайте рисовать. Так, хот-дог. Ну, это понятно. Сосиску рисую, а сверху булочку там. Это, наверное, смешно будет. Он еще говорит, что он видит. Да. Вот сосиска. Вот кетчуп. Ну чё? Как так? Скейтборд. Ну, это легко. Досочку нарисуй. Поваливайся. Досочка. Я думаю, он поймёт. О, догадался! Красавчик. Дрессер. Переводчик. Дай, пиши. Давай. Ой. В каре. Да. Как всегда тянет на то, что надо дрессер. Туалетный столик. А как он выглядит? Туалетный столик. А как выглядит туалетный столик? Это обычный стол с ножками, только он маленький очень. Это как моя сестра видела, стоит с шахматной доской. А. Круглый такой же, только овальный он. Овальный? Круглый. Так. Круглый и с ножками. Маленький. Как так-то? Вон там ножки! Не знаю, что не увидел. Тупой. Хэнд, рука. Рука, рука. Обводи. Так. Уйди. Нифига там когти. Догадался. Давай в рист watch. Это погоди. Зайди в голову. Так. Еще раз покажи, как пишется. Все запомнил. Запомнил? Так, это получается. Наручные часы. А, ну это легко. Кружочек и там ручки. Ну, ремешки. More circle, more bread, more frying pan, more peanut, I see trumpet, more shoes, trumpet. More miles, и тут это часики насыпают. Как он? Чем он часики мои не нравятся? Вот тут тупой. Sorry, butterfly, бабочка. Изи. Ну, бабочка. Овальчик. А хотя я помню, я рисовал, у меня ничего не вышло. Как в детском садике будем рисовать. No тут мотылёк какой-то. Чё ты возмущаешься? Догадался! Ой, Аллилуйя, бабочка, да. Нафиг. Теперь смотри, у нас получается с тобой получился скейтборд. Столик. Вот дрессер. Мелный. Тумба. Это тумбочка. Ты вместе с Google переводчиком сделан. Как? Если в Google переводчике переводится как... Туалетный столик. Откуда мы знаем, что это... Тумбочка. Ну, нафиг, что у нас еще не получилось? Часы наручные. Чем мои часы наручные? Вот это часы? Это хрень. Вот скажите мне, вот я вот так же нарисовал. Ничего не поняла. Вот оно, дело в чем. Там нужно было какие-то дырочки нарисовать, дерьмо. Вот, смотрите, мои часики, правда, оригинал. Тумба написано, там было написано туалетный столик. Хот-дог ему чем не понравился. Красивый, вкусный хот-дог. Вообще какая-то жопа. Это бабушка. Это писён. Да. Это реально писён был. Давай, сейчас моя очередь. А я думал, по два раза? Да. Нет, давай по шестерочке. Ну, хотя давай по два. Окей. Так. Чего? Чё? Покажите мне оригинал. Показать оригинал. Хаусплант. Зачем? Погоди, это дом. Домашний садик. Нет, домашний растение. Да, это домашний растение, ну, вряд ли. Давай домашний растение. Горшок. Рискнём. А, горшок. Горшочек, да. Горшок. Горшок. Вот там. Да как так-то? More flashlight. Oh, I know. Догадался. Дерьмо. Не догадался. Apple. Это яблочко. А, Apple iPhone нарисовали. Так, давай. iPhone нарисуем.
А. Это что? Это iPhone, да? Я вообще круто iPhone рисую. Догадался, что это iPhone. Мармелад. Это мармелад какая-нибудь. Не знаю. Google переводчик. Наша любимая. Давай. А я забыл, знаешь, мармелад, все. Ну извините, то, что у нас тут видно, как бы то, что мы в Google переводчик заходим. Русалка. А, русалка. Помнишь, да, Куплинов рисовал. Да, кстати, подписывайтесь на его канал. Он наш спонсор будет. Ты что, записен? Ты сам подписан? Я помню, как вот Куплинов сиськи. Старательно сиськи рисовал. Голые. Глазки. Тихо. Оу. Сова. Сова! Сова! Ку-ку! Так, как она пишется? Вон оул. Там оул написано. Ну давайте рядом сову нарисую. Удачи. 5 секунд. Тык. Кактус. Тут и кактус. Тут и не очень ясно, что это кактус. Кактус. Лучше, ты без... Лучше бы ты без горшка. Ты писюн. О, это волосатый писюн. It's dick. Он не догадался, что это писюн. Сам. Солнечко. Солнышко. Сёнечко маленькое. Как какой кэт? Тихо, чего не получилось? А, кактус чернаш не понравился. Твою ж дивизию. Я что, знал, что его так нравится? Мы что, знали, что надо пенис? Вот русалка чему моя не понравилась. Твою ж мать. Вон тички, видишь, нарисовали тички. Чем вот тички, это глазки, это глазки. Чем моя сова ему не понравилась? Ну это, нет, я понимаю, конечно, что там есть художник, но... Капец. Ну ладно, мы меняемся местами, сейчас будет Петя. Итак, мы пересели, и сейчас буду комментировать я. Сейчас нам Петя продемонстрирует класс. Ой, солнышко мое. Так, парашют, ну это каждому ясно. Ну, сейчас у нас тут Петя покажет мастер-класс. Я хреново рисую, несмотря на то, что один год учился в этом художественной школе. Это каска. Хелмет. Тупой парашютик. Я могу еще раскрасить для таких тупых, как ты. Блядь. Тупой. Тостер. Как рисуется тостер? Давайте хотя бы точно убедимся, потому что тостеры бывают разные. Ну, тостер, да, а я не знаю, как он рисуется. Да, ну ладно, давайте. Мне аж так, аж прям тостер захотелось. Петя знает, как я их обожаю. Несмотря на то, что я их не ел. Тупой, блин, напишу. Тупой. Жираф. Жираф! Так, ну это тело. Длинная шея. Жирафик, надеюсь, ему понравится. Чтоб ты сдох, тварь. Это жираф тупой! Напишите в комментариях, на кого это похоже, но это не жираф. Это верблюд. Я не умею жирафов рисовать. Хот-дог. Ну, хот-дог, это я помню. Это горячая собака, что ему надо от нас? Я как... Хот. Пардон. Дог. Хот-дог. Горячая собака. Давайте ему горячую собаку нарисуем. Знаешь как? Вот нарисую вал. Я умею, я понял. Собачку нарисуем. У вас болит? Так. Вот так вот. Горячая собака. Ну ты...
Мразь. Греча, собака, тупой. Зебра. Зебра. Еще хуже. Зебра. Ой. Лошадка. Мы, кстати, еще будем набором суслики снимать не только на улице всякие пакости, но и хорроры. Ну и хорроры там, КС, КС, Counter-Strike, для кого это неизвестно. Вот. Да чем ему мои рисунки не нравятся, тупизна? Ты тупой, я знаю. Потом еще мы будем снимать. Я ни одного не угадал. Ну вот в интернете вот такие вот игры всякие. Всякие вынос мозга всякие там. А, я понял, что неправильно написал. Ну, в общем, лопата. Ну, твою ж не надеюсь, это у меня хотя бы получится. Это так? Так. Одну штуку. Ему ничего не пора. Парашют! Док. Ты уж мать. Это что? Не ори. Вот, ты почти так же нарисовал, если бы ты чуть поровнее нарисовал. Не знаю, но чем мне не понравился мой парашют? Это чмо не знает, как парашют выглядит, в рот. Назад. Так. Зебра, 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 меня зебра. Тостер. Тупой. Это ящик почтовый. Это вообще, это... Как она, маус. Змей, ой, не. Как... Мышь. Вот. Я такую же хрень нарисовал. Если бы ты не написал тупой. Тупой это я про него написал. Как это может относиться к Тостеру? Тостер тоже тупой, ничего не понимает. Чем мой жирафик не понравился? Как красавец. Но это не жираф, это серьезно, Петя, не обижайся, но это не жираф. А это что, жираф? Вот это дракон. Это лебедь нафиг. Как он зачёл-то? Вот ты как это понимаешь? Ну, наверное, сейчас еще Петя сыграет один раз, и на этом мы закончим. Потому что нервы не выдержу, сейчас в психическую больницу положат. Вообще лама. Это... Ой, капец. Ай, я не могу. Чему зебра не понравилась? Хот-дог чему не понравилось? Чему хот-дог не понравилась? Греча, собака. Москито. Маус. Пу. О. Это я понимаю, но мой друг писал то же самое. Вот это! Это мое. Ты игры рисовал. Я вот... Этим порошок! Чудом! Чудо, пенис! Это пенис. Кстати, давайте насчет пениса. Мы договоримся, что если мы не знаем, как это переводится, даже в переводчике, если не знаю, то мы будем рисовать пенис. Вот такой же, как здесь изображен. Ну вот. Так, насчет. Вот зебрушка моя, чем ему не понравилось. На свинью, да, похоже. Это тут даже не на свинью похоже. Маг. Это что за чудо, Юда? Вот это зима. Вот ты такую же херню, вот такую же ты херню нарисовал. Чем он нашу зиму? Это вообще носорог без рога. Это лужица. Вообще туалетный столик. Который у нас так и не получился. Это вообще лошадка. А? Это, конечно, лошадка, но она, наверное, переела немножко. Понимаете, вот это козлик. Козлик. Жил-был у бабушки серенький козлик. Чмозлик. Чмозлик. Ладно, давай рисуй дальше. Вот мне интересует лопата. Это не лопата. А? Хлеб! Это на титьки похоже больше знаете. Это жопа! Это жопа! Нет, вот это лопата! А это не лопата! Это совок! Это скребок! Еще лучше! Это вообще дерево, блин!
Да. Ну, я не знаю, как вы это... По-моему, это стрелочка. Надо было стрелочку рисовать, было бы больше похоже. Да вообще топор! Это пенис. Это топор. Это пенис из Майнкрафта. Что тебе не нравится? Кто в Майн играет, а? В такое время кто играет в... А это в жопу палку сует, ну. Ничего не может. Это пенис, это головка от пениса с нервом. Ладно, давай дальше. У тебя же прям не пенис. Не членник. Нет. Ага, у тебя... Лопата. У тебя-то вообще идеальная лопата. Я про тебя вообще молчу. О, дрессер. Это что у нас? О, дрессер. Что это у нас? Дрессер от слова дрестать. Вот ты на дрестале играл. Красавчик игру нарисовал. Туалетный столик. Ну, теперь-то мы знаем, как он рисуется. Вот дерьмо это нарисовать. Не понял. Чем тебе мой туалетный столик не нравится? Тем, что унитаз рисовать надо. Аллилуйя. О, стоит лестница. Это изи. Фу, вообще. Раз, плюнуть. Свитер, изи. С длинными рукавами и футболку. Это я знаю. Глазки надо было нарисовать. Смайли фейс. Это смайлик. Наверное. Веселый. Наверное, не первый. Я не первый человек, который пользуется этим. Улыбающееся лицо. Да. Это изи. Раз плюнуть. Пицца. Ну ты тварь! Бэкпэк! Это кто? А хрен его знает. Хуй. Рюкзак. Пукзак. Так. Надеюсь, получится. Ты нарисуй просто лямки. Аллилуйя. Кактус. Это мы тоже знаем уже, как рисуется. Да-да. Чё? Ты тупой! Кактус! Больше... Оу, ее! Все красавчики! Ну вот и как раз мы очень хорошо закончили. Всегда хорошее заканчивается хорошим. Ну вот. И не очень хорошим, потому что нам надо прощаться. Вот видите, это когда Игорь, у него все было нейтрально, а у меня 5 плохих было, одно хорошее. И потом у меня все идеально, это заканчивается хорошим. Но мы с вами прощаемся. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк. Пишите в комментариях все недостатки или предложения. Но если мы вас огорчили, ставьте дизлайки. И с вами были Бурый и Суслик. Всем пока!